все то же самое, только с героями Винчи.
Классные юниты вот эти.
Даже если магия Йонтоша сработает, нам придется... Сил у нас мало, и на подкрепление рассчитывать не приходится. Но, похоже, сами джунгли предлагают решение. Среди квотлов зреет бунт, во главе которого стоит человек по имени Как. Акула обещал нам поддержку своих людей, падших. Мы вместе пойдем на врага, ложных богов и их прислужников. Чтобы получить очки научных исследований, квотлы должны строить в своих городах священные районы. Постройте священный район. Это даст вам несколько очков научных исследований и позволит создать священный ковчег. Как? Чтобы получить дополнительную информацию о квотлах, нажмите клавишу F10 и выберите пункт «Игровые подсказки» меню паузы.
Перехватчики, самое время. Ну. Сейчас повеселимся.
Йонтош сдержал слово. Его странные зелья оказались отличным средством против Куотлской чумы. Теперь, когда у нас появился новый союз, победа кажется совсем близко. Все то же самое, только с героями здесь другая картина. Также этого прокачивать по новой. А с компанией Винчи, Ленора. Здесь у героев, которые были в компании Алинов, также две последние строчки, последние улучшения. И таких героев у нас 4. Очень легко прокачать. Соответственно, Савву, который из алинских героев, идет в Квотлскую компанию, кроме Доманур, Даквы, Арии, Белисария, Драмалека. Тут, конечно, выбор стоит прокачивать сразу Ленору с Джакома. Герой, который появляется сразу во всех компаниях, это Джакома, так что его качаем всегда. Ну и можно Ленору вкачать. Примерно так. Ну и одно очко на Шару, например, кинуть вот сюда. Соответственно, также карта, которая вот здесь. Поиграть городом вместе. Нужен прокачанный герой, чтобы вначале было проще. Прокачанный герой, который летает, это Ленора. А еще есть Венца. Если их вместе призывать, то будет очень неплохая защита для летающих этих караванов. Ну и соответственно, так же как и за Алинов, за Винч я начну тоже сюда, на эту территорию. Грозовые болота или что там, какой-то сценарий будет, наверное. Тикутли, это здесь столица, находится Ксила, бога солнца. В принципе, тут все очень просто. Три вот этих территории, потом столица, потом можно поиграть в захват и отдачу территории, или пойти сразу сюда. Герои в любом случае
котлской компании очень легко прокачиваются. Остальное дело в улучшениях уже. Долины, вот и Ичи.